В дежурную часть Лесногородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился местный житель с заявлением о краже. Неизвестные похитили аккумуляторные батареи с принадлежавшего мужчине грузового автомобиля, припаркованного на неохраняемой стоянке в Юдино. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали местных жителей 24 и 26 лет. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.